Здраво! Еще не успели оправиться россияне после окончания лета, и погода сразу дала понять. Зима близко. Зима близко. Но, похоже, ученые школы биомедицины Дальневосточного федерального университета нашли решение, как пережить холода. Они создали продукты питания, которые помогут пережить суровую российскую зиму без потери здоровья. На международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах, которая прошла в Китае, были представлены мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасные изделия с ламинарией, пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком. В качестве пищевых добавок ученые использовали белки животного и растительного происхождения, а также жирные кислоты морских гидробионтов. Мол, из 1 грамма белка выделяется 16,5 грамм энергии, которая и помогает пережить морозы. Закроешь глаза, будто ешь яйца всмятку. Или миску соплей. Это многоклеточный белок плюс аминокислоты, витамины и минералы. Все, что нам нужно. Стоимость инновационной продукции пока не уточняется. Но надеемся на то, что она будет доступна для всех слоев населения. Хотя, возможно, если бы цены на продукты в магазинах были пониже, то сытый желудок грел бы душу и без всяких морских гидробионтов. Однако пользователи сети отмечают, что для суровых российских зим один известный ученый уже создал уникальную пищевую добавку больше века назад. Водка. Водка. Да и цена на нее всегда вполне доступна. До скорых встреч!